А как камеру повернуть? Или я типа назад иду? Или так специально сделано, чтобы я видел, что мне звездец сзади? Сзади? Или я иду назад? Я что-то не очень понял. Ну, вроде не к трактору иду. Молись. А, мы идем к нему. Вы слышали? Не, мы не идем. Вон, 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 я что-то вижу сзади, как бы. Ладно. Гоу. Ну все, мне звездец. Кто сдохнет-то? Шкура или он? В смысле? Я вернулся к трактору. Я ногу направо. Вот здесь направо, наверное, надо. Ну все. ГГВП, парни. Вот он слева тут. Как бы. Может, тут что на лавочках есть? О, деревце. Так, так, так. Посмотри-ка, что это у нас тут нацарапано. Ну, мы плюс. М и Э. Есть идеи, что это может значить? Мастурбация энтерококками. Ну да, или наверное. Майкл и Эмили. Расслабься. Просто такая махровая пошлость как-то не в твоем духе. Ладно, это был я. Да, да, я. Эй. Да, разумеется, я выгляжу как сильный и суровый мачо, но все-таки у меня есть сердце. И я не боюсь иногда выразить свою симпатию. Правда? Ну а мне ты выразишь немного симпатии? Да, с ноги, с ноги по лицу, когда ты сдохнешь. Ты готов обналичить этот чек? Почему камера отдаляется, чтобы я видел что-то, что за ними происходит? Потому что чел был сзади, как бы сейчас он слева и... И все, ГГ. Парни, ну это ГГ. Я знаю, кто умрет. Это будет она или он. Ну как бы, тут дефолтик. Ну я обосрусь при этом, пойду подмоюсь после этого и продолжим стрим. Водопад, и он не замерзает? Ну ладно. Мне кажется, что-то вообще тут есть, наверное. Алло. Так, утрата, потеря, смерть. Ну пожалуйста, только не это. Нет. Чего это? Тотем наставления. А, типа быть аккуратненьким или что там? Или перелезть там через что-то надо было. Вот, сейчас посмотрим, что там было. Ну, я пропустил один где-то. Чё? Перелезть где-то, да, надо? Или залезть? Ну ладно. Ноль помощи. Все меня в друзья добавляют. Сейчас какая-нибудь это провалится. Спорим? Провалится сейчас какая-то дощечка одна из. Да, нет? Ну, дощечка должна провалиться где-нибудь. Где она упадет, типа, я должен засейвить, не? Как в типичных фильмах. Это мы до хижины идем полгода, типа. Вы слышите? Вот сейчас я обосрусь. Жутковато. Да, да. Жутковато. Что? Слышал? Нет. Эй! Кто там? А, надо...
Как там? Вот так. Я забыл уже. Ну ладно, это было не очень страшно. Он нас чуть не зашиб. Так, я что-то пропустил. Вон здесь что-то было вроде. А, нет. Бля, гайс, он сейчас еще раз прыгнет, я вам отвечаю. Так. Мило. Все, как. Ой, что сверху? Ну, бля. Что? Вот сейчас день чуть провалится, да? Нет? Улики. Маска. Не-не-не, мы не пугаем никого, мы только показываем. А где она? Ее уже здесь нет? Эй, смотри, маска. Что? Странная какая-то, да? О, скорее страшно. Не нравится? Поцелуй. О, Майк, прекрати! Ладно, как хочешь. Классная маска. Нам типа обойти надо или что? Не очень вкурил. Бля. Вот здесь что-нибудь есть? Да я не понимаю, что за звуки такие сделаны тут прям. Вот тут вот я наложил. Вот это найс. Ух, аж мурашки по коже. Это... Вы видите? Это же лось лежит. Вот я прям на него свечу прям... Это лось. Это бобер на Харьковском. Жуть. Похоже, ему конец. Не, мы за лечение. Да, на самом деле, мне кажется, это была плохая идея. Он его укусит там или съест. Потерпи. Давай. Врагами глаза выколет. Беги! Беги! Господи, что это? Тут надо что-то будет нажимать, я да? Крестик, нолик, треугольник. Сюда, квадрат! Давай! Что еще? Это медведь! Смотри! Смотри! Срезать путь! Срезать путь! Срезай! Только не зафейлить! Только не зафейлить! Нолик! Не фейлим! Давай! Ты шкура, давай! Треугольник! Так. Мы помогаем, но умираем. Вставай! Скорее! Сейчас! Что надо жать, что же? Еще бы чуть-чуть. Нет. Что? О, боже мой. У меня все было под контролем. Ах, иди ты. Да, да, все. Сейчас в окно, он все там еще. 110. Кошмар, я как будто марафон пробежала. Ну, в общем, так и было. Ох, это медведь? Ага, наверняка. Они очень быстрые. Просто я ничего не разглядела. Эй, сюда он к нам не вломится, это точно. Сейчас как ну будет скример. Элементарно, Джесс. Медведи не умеют открывать двери. Ну, машины они как-то открывают. Что? Да ладно. В сети видела. А медведь правда уехал, типа на тачке, ну, который... Мало ли что в сеть выложат.
Это реальная жизнь. Обещаю, что медведь и никакой другой зверь эту дверь не откроет. Наверное, ты прав. Сейчас у окна будет скример, парни, я клянусь. Будем считать, мне почти полегчало. Не надо, не смотри в окно, не смотри. Пожалуйста. Ну, конечно. Не смотри в окно. А я почему-то ожидала уютный домик, Майк. А, ну да, как-то сквозит. Ну, зато есть камин, видишь? А, надо на улицу за дровами. Майкл, изволь обеспечить своей даме романтическую обстановку. Твоя дама хотела бы прижаться к твоей груди в тепле и при уютном свете очага, понятно? Ну вот, потрёмся друг от друга и разогреемся как следует. Майк, да. Камин и уютный свет. Да. Вот вообще, Рафаэлла и Роза, все, хватит. Ну. Бля, парни, это вообще жесть какая-то. Ставь плюс чат, если она надоела. Ну. Грубо надоело очень. А вон что-то камин надо посмотреть. В мусорке тут что-то есть. Чпоньк. Вот. Это сойдет за уютный свет. Да чувствую. О, видели? Вы видели? В окне что-то было. О, дрободан. Глянь сюда. Что, там огонь? Нет, круче. Что тут показать, испугать, показать? Не, мы не пугаем. Мы сегодня полегче, полегче. А? Да, да, я. Жмышенко Альберт Валерьевич или как? Не? Не подходи к окну, не подходи к окну! Native American. Сказки, мифы коренных жителей. Джозеф Малик. Если не хочешь целоваться с ледяной и что, статуей, это просто... А, и разжечь можно, огонь. Типа, да, как я понимаю? Сейчас ну, же. Я ее кручу, верчу, запутать хочу. Это можно мне было? Да, еще раз. Майкл, ты же огонь ради этого не... Знаки и символы, которые из этих символов таили в себе религиозный или мистический смысл. Другие предупреждали об опасности, даровали защиту и хорошую. Ниже представлены некоторые символы. Изображение охотника – хорошее место для охоты. Изображение бабочки – видение будущего. Изображение черепа – заговор от духов. Ладно, давай еще посмотрим. А, все, две страницы? В смысле? Да тут целая книга, дай полистать. Питер. Тут так холодно, что, боюсь, мой язычок примерзнет к твоему флагштоку. Вы видели, что он сказал? Дудос, не дудос? Язычок к флагштоку бы придернулся. Так, дрова готовы. Теперь спичку бы. Есть. Да будет свет, сказал электрик. Эй, что там, Джесс? Что ты делаешь? Это пробки. Я знаю, что это пробки. Ты все сломал. Да это просто контакты замкнуло. Это у тебя контакты замкнуло. Не. Спички? А, не, какая-то фотка. Ханна с кубком на третье место в школьных соревнованиях. Надеюсь, это не окно, да? А вот это окно.
книга. А, спички, да, или что это? Камасутра. Так, парни. Парни. Ага. Вот это да. Молодцы, ребята. Да. Вряд ли я готов к такому продвинутому. Ну, вы поняли. Геймплей. Ну ладно, мы не будем сильно разглядывать. Оставим пока геймплей. В ванне кто-то есть, да? Скажи мне. Черт! Отвали! Отвали! Вот дерьмо! Дерьмо! Вот дерьмо, а. Ну что там могло быть? Спокойно. В ванной кто-нибудь вылезает, да? Что, здесь ничего нет, что ли? Ну, в смысле, где мне спички достать? Хай. Ну, это я уже трогал, ладно, там какая-то фотография. Единственное, где не было, это вот здесь. И вот здесь еще не смотрел, вот эту вот штуку какую-то. Ну, вообще, по идее, лампу должен поднести, там, открыть и бахнуть. Не понял, ну и чё? Посмотрел он, и чё? Ну, типа, чё нам найти? Найти спички, да, как я понимаю? Создайте в хижине комфортные условия для Джессики. Блин, она не охерела ли? Где спички? Хей, гай, во. По жопе себя хлопает, такая, а, спички, да, 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 я. Черт. Майк! Что? А, телефон она потеряла. Что? Да где он? Что? Что такое? Она же телефон выронила, когда бежала. Блин. Джесс, притормози. Кто потерялся? Мой телефон, Шерлок. Что, нету? О, черт, дура. Наверное, в снег выронила. Да, жопа. Если я его не найду, родаки, меня убьют. Ну, купишь другой. Да это уже четвертый за год. Ладно, ладно. Ну, давай его поищем. Он точно в снегу. Ага, только как-то не хочется сейчас лезть туда, к медведю. Или кто там. Ладно. А, во стол, во спички-то. Тык. Ну-ка, ну-ка. Сейчас мы с тобой зашли. Да, Гайс, вы понимаете, что сейчас, типа, надо будет не зафейлить спичку, как в пятом элементе, а я явно ее зафейлю. Надо что-нибудь нажать сейчас, типа, там. А. Ну, а. 1-0. Что-то, я типа, веду. Изи, бежит кости для розжига сразу у гриппа. Очень мило. Аплодисменты ну, стоят, как бы. Гайс. Гайс. Ну вот, миледи. Чего вы еще изволите? К окну ее не прижимай, пожалуйста. Она сейчас увидит, да, там что-нибудь? О, да, детка. Ну, справа от них, по идее, окошко. Гайс. Бля, это в ванной там окно второе. И ему ГГ, походу. Ну, пожалуйста. Телефон ее. Твой телефон! Что? А как это мой телефон? Пом за ее спиной ты забыл. Прилетел в окно. Ах, да какого хрена?
Лена, вот же твари. Что? Эти уроды наверняка пришли сюда к нам и пакостят. Дождались, когда мы к делу приступим. И она умерла, да? Нет, да, нет, нет, да, да. Эй! Зря. Вы, уроды! Я к вам обращаюсь! Я знаю, что вы там. Нахрена вы приперлись? Что, так охота помешать нам? Нет. Зайди в дом, знаете, пожалуйста. Что? Потому что у нас сейчас будет секс. Да-да. Мы да, с вами да, будем я. Трахаться по полной программе. Да-да, я. Мы готовы и приступаем. Да что ж такое? Чё-то рофил. Бля, гайс. С нами разговаривали. Я не знаю. Не знаю, что лучше, чтобы да или чтобы нет. Ну, если это человек, я не знаю, какая сила там должна быть. Чё теперь надо сделать? Обыщите, бля. Из одного дерьма в другое вы что, со свечкой? Найс, огонь на свече, кстати. Джош, конечно, сильно распсиховался. Да, он старался не подавать виду, но... Думаешь, зря мы о сестрах заговорили? Бля, подожги ему жопу, да, подожги ему. Да, мы поехали поддержать его. Вы видите маску? А не духов вызывать. Вам не кажется, что... Ну, я вижу, там да, дверь светится, но я хочу еще почекать что-нибудь. Я не думаю, что это медведь, типа, всех убивает. Ну, какой силой? Там даже рук не было видно, кстати. Вот жесть! Ты цела? Да вроде бы. Ой, what the fuck? Там что-то за книгами. Что это? Кнопка, камера. Что? Зачем здесь кнопка? Хороший вопрос. Сейчас мы все умрем. Мы все сдохнем. Для этого и нужны кнопки. Мы все умрем. Ну, это потайная дверь явно какая-то. Мы все умрем, говорит. Взрыв мозга. Такое ощущение, что мы в кино. Надеюсь, в романтической комедии. Ну как, в доме у Вашингтонов и не быть тайным уходом? Они могли и не знать о нем. Дом очень старый. Ну что, давай заглянем? Да, мы вперед. Не-не-не-не-не, ты иди. Вот, спасибо. Куда идти-то? А, во. Две сестры. Я их убил. Я выпущу из них кровь, как из свиньи. Я сорву с них белую мягкую кожу. 16 долбаных лет. 16 лет я ждал встречи с крошками Ханна и Бет. Уа-ха-ха. Охренеть. Не-не, мы честные. Так, я не хочу тебя пугать, но... Глянь сюда. Что? Крис, что это? Это, кажется, то, на что указывала гадальная доска. Подсказка? Да, это письмо. Покажи-ка мне. Это угроза? Крис, все серьезно. Надо найти Джоша. Прям сейчас. Надо найти Джоша, да? Да, только мне кажется, мать... Нет, ну нет, нет. Что это? Ну нет. Ну как обычно, Солянова сдохнул. Страшно, пиз. Кто-то правда охотился на Ханну и Бет? Если так, то это просто... Полная жесть. Парни. Контракт или что это?
Доктору Сварму, спасибо за это приятно знать, что племя до сих пор сохраняет связь с этой землей, несмотря на возникший порой связь с потомками племени, пожертвует средства их совету старейшин исцелить раны. Но мне кажется, что это необходимый шаг. Теперь я буду все записывать. Ну ладно. А, подожди, может сзади что-то есть? Стой, 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 я их убью там. Муахаха. С обратной стороны что-нибудь есть? Опять видео этого чокнутого. Это написала мама Джоша. Она борется за восстановление справедливости по отношению к местным индейцам. Ага, тут плохая карма. Уже давно. Бля, ну гайс, я открою дверь, и мы умираем. 3, 2. Что-то слева. Бля, музыка такая просто. 6. Я ненавижу хорроры. Так, ладно. Не знаю, хорошо ли это или плохо. Что это светится? Я не хочу. Ну ладно. Мы с сыном видели кое-что любопытное. Что? Такой плакат разыскивается, как в вестернах типа. И? И Сэм показалось, что ее кто-то преследовал. Так это что, выходит здесь, в горах, рядом с нами преступник? И я нашел письмо от психа. Крис, если таким образом ты пытался меня подбодрить, ты уволен. Слышала? Это Джош или этот скачок? Вроде из кухни. Джош! Джош! Что происходит? Пусти меня! Эшли! Что с тобой? Я... сейчас... Эш? Эш! Ты что, ура? Да я хоть... Я даже отменить его не успел. Гайс... доедает там или что? А, ну в смысле это я. Я вообще не понял, как я ушел вглубь дома и оказался в его центре, в другой двери какой-то. Или, возможно, просто делаешь вид, что любишь. Итак, это упражнение в частности. Скажи, кто из каждой пары тебе больше нравится. Не, спеши. Ну не. Это очень важно. Ну, мы любим парней. Джош. Он следующий. Ну, я же... А. Не, ну это вообще тупой конь. Да она тоже коза педальная. Ну ладно, она лучше, чем он. Нет, это вообще тупой педик. Слишком педик. Ну она умерла. Или не умерла, я уже не помню. Так. А, типа дальше. Он уже заранее подготовил